Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 7 класс, автор Мерзляк, тест номер 1, задание номер 9. Какое из следующих утверждений неверно? Рассмотрим эти утверждения. Пункт А. Смежные углы имеют общую вершину. Да, действительно, смежные углы имеют общую вершину. Верно. Б. Смежные углы имеют общую сторону. Да, это верно, действительно, по определению. Смежные углы – это углы, которые имеют одну общую сторону, а две другие стороны являются дополнительными лучами. Так, пункт В. Всегда один из смежных углов острый, а другой тупой. Ну, конечно, такое может быть. Если один из смежных углов острый, то второй должен быть тупым, потому что их сумма равна 180 градусам. Но это утверждение, ну, сказано «всегда». Это утверждение верно не всегда, потому что… давайте напишем «не всегда верно». Так как два прямых угла тоже могут быть смежными, так как смежные могут… быть два прямых угла. Тогда это утверждение неверно в пункте В. Рассмотрим последнее в пункте Г. Если углы АОС и СОБ смежные, то лучи ОА и ОБ дополнительные. Это утверждение верно, так как из названия углов видно, что стороны первого угла ОС и ОА, стороны второго тоже ОС и ОА, значит ОС это общая сторона у них. Так, а тогда две другие стороны по определению должны быть дополнительными, значит тогда это утверждение верно. А нам нужно выяснить, какое из приведенных утверждений неверно. Мы выяснили, что это утверждение в пункте В. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.